23 марта, температура где-то минус 2-3 градуса, я в лесу, такой снегопад идет, тут лыжня такая, как бы не обезженная, тут мало кто есть по этой лыжне, тут периодически проваливаюсь и боюсь, что вечером она будет занесена полностью. Обратно я поеду по другой дороге. Там уже более протоптанная. Там много людей ездит. Как официально. Я не знаю, что это за лыжня. Я по ней... Вчера я по ней катался. Мне нравится здесь, что лес более густой. И никого нет. Вчера вот за 2 часа я встретил только одного человека на этой лыжне. Что меня не может не радовать. Хотя не входной, может, из-за этого. Но видно, что лыжня какая-то... проложенная кем-то, официальная, потому что здесь красные ленточки периодически встречаются. И на озере, когда проезжаешь, там ветки воткнуты, чтобы не переплыть. Не знаю, как они прокладывают лыжни, это я никогда не поднимался и не интересовался. Так, вот. Такая сосенка. Если не ошибаюсь, это место называется Сосновая Роща. Довольно-таки красиво здесь. Сейчас дальше озеро закончится, и будет такой непролазный лес. Это заячьи следы. И тут кругом полно. Сейчас, особенно когда ехал, было солнечно, красиво. Не только заячьи, какие-то мышки сбегали. И следы были более четче. Сейчас снега запорошило. Самое интересное, что они, допустим, вот. Заяц бежал, как-то... Лыжней нет следов, и будет все время так. Следы начинаются от лыжни. То есть за лыжню они перебегают, как-то по лыжне бегут, не знаю. И все время в одной стороне. Тут такая красотища. Одного дедушку встретил все-таки сегодня. Он возвращался. Ехал обратно. Снегопад прошел. Отличная погодка, кстати. Солнце.